Моим двойником был Джон Зерка. Он был дьяволом во плоти, падшим ангелом. Плоть падших ангелов. Он был серийным убийцей. За свое убийство он подставил меня. Я прятался в дешевом мотеле. Однажды ночью меня разбудил стук в дверь. Кто-то просунул под дверь записку. Это была улика. Мою девушку, спасти ее. Это был лабиринт, созданный моим двойником. Путь от одного жуткого убийства к другому. Прости, что разбудила. Это секрет. Никому не говори. Может, возьмешь трубку? Крошка, не волнуйся. Я выкручусь, как обычно. Когда это я не выкручивал? И тут Макс. Ты же знаешь Макса? Я тебе позвоню потом. Я люблю... Надо штурмовать здание. Пейн там. Они знают, что ты знаешь. Тебе нужно бежать. Макс Пейн, брось оружие и выходи с поднятыми руками. Это последнее предупреждение. Живи, Пейн, или мы будем стрелять. Убейте. Стреляйте на поражение. Тебе не нужен адвокат. Просто расскажи нам, что ты сделал. С тобой покончено, Пейн. Все, что ты скажешь, будет использовано против тебя. Что ты скрываешь? Она жива, да? Люди рядом с тобой умирают. Ты убил свою семью. Ты убил их всех. Сознайся. Я могу сделать один телефонный звонок? Уже сделал. Не испытывай судьбу. Сядь. Брось оружие. Мой герой. Когда просыпаешься, мир в тумане. Что во сне было ясным, оказывается бессмыслицей. Никаких чудес, никакого волшебного спасения. Но ты хотя бы не спишь. Меня разбудил стук в двери. Мона, так и знал, что ты появишься. Макс, я не по твою душу. Войти можно? Ты в опасности. Я тоже. Нас обоих заказали. Никаких нас. Я бы должен тебя повязать по подозрению в убийстве. Я прикрывался полицейским значком. В жизни все случается не так, как ожидаешь. Снайпер! Они нашли меня. Приходить сюда было ошибкой.
Подожди, Мона! Она разбудила меня. Пришла и ушла. И теперь в меня стреляли. Мне нужно было поймать ее и узнать, что происходит. На карнизе. Он... Она разбудила меня. Пришла и ушла. И теперь в меня стреляли. Мне нужно было поймать ее и узнать, что происходит. Мона! Душник, убирайся! Никто меня не выстрелит из моего собственного дома! Поосторожнее с ружьем, леди! Детектив из 304-й? У меня есть еще одно. Хотите? Я не хотела стрелять, но он не оставил мне выбора. Это мой дом, и у меня есть право его защищать. Разбудила меня. Пришла и ушла. И теперь в меня стреляли. Мне нужно было поймать ее и узнать, что происходит. Уинтерсон? Это я, Макс. Я дома. У меня за окном снайпер, и в коридоре, кажется, тоже вооруженные люди. Мне нужна помощь. Макс? А, ладно. Держись. Мы тебя вытащим. Кто на тебя охотится? Я сейчас не могу. Не знаю. Мне надо идти. Мона. Душник, убирайся. Никто меня не выстрелит из моего собственного дома. Поосторожнее с ружьем, леди. Наверху на карнизе. Обратно, а то они услышат. Они следят за мной. Они слушают, они за всеми следят. Если выключить телевизор, они услышат. Конечно. Милорд,
Я должна... Передача! Если передача! Ваша репутация будет погублена. Миледи, остань. Милорд, простите меня. Кафман хочет, чтобы все было шито-крыто. Давайте найдем этого парня, хлопнем его и по домам. Знаешь, что это? Финал, кульминация перед титрами. Мило с вашей стороны, юноша, проведать старую даму. Я просто проходил мимо, мэм. Какой славный юноша. Не то, что те наверху. Они говорят, что делают ремонт, но что-то там слишком тихо. А мне выписали таблетки. У меня болела нога, но сейчас уже все прошло. Возьмите их, дорогой мой. Вам полегчает. Они в ванной. Если уж вокруг столько уборщиков, то здесь могло бы быть и больше. Я слышала, как они разговаривали в коридоре. Ходят, нос везде суют. Помню, как мы с моим Беном летом в деревню ездили. Или я это по телевизору видела. Я нашел убежище снайпера, битком набитой аппаратурой для наблюдения. Они следили за мной целые дни, недели, возможно, даже месяцы. Каждое мое действие записывалось и анализировалось. О таком доказательстве мечтает каждый параноик. Дом там, где тебе хорошо. Все просто. Это тебе не кино, где герой всегда обезвреживает бабу за секунду до взрыва. Когда-то давным-давно в пригороде стоял дом. Он откроет дверь, и тут бабах! А теперь от него ничего не осталось. Мне не нравилось, как эти уборщики делают свою работу. Уинтерсон? Это я, Макс. Я дома. У меня за окном снайпер, и в коридоре, кажется, тоже вооруженные люди. Мне нужна помощь. Макс? А, ладно. Держись. Мы тебя вытащим. Кто на тебя охотится? Я сейчас не могу. Не знаю. Мне надо идти. Оставьте мне сообщение. Эй, где тебя носит? Опять опасно? Слушай, это отмазка про бессонницу, стара как мир. Я знаю, каково тебе. Просто хочу помочь. Сходи со мной на собрание анонимных алкоголиков. Спасибо, что позвонили в опасные связи. Чтобы выбрать девушку, нажмите кнопку «Кэнди 1», «Синди 2», «Мона 3». Вы нажали 3 и выбрали «Мона». Привет, это Мона. А как тебя зовут? Мне просто нужно с кем-нибудь поговорить. Милый, это секс по телефону. Здесь только и делают, что говорят. Да, точно. Это... А как вы помогаете в таких случаях? Что вы делаете? Я думал, это поможет, но стало только хуже. Просто скажи мне номер своей кредитной карты, и я буду слушать тебя всю ночь. Я убил их всех, но стало только хуже. Это не вернуло их. Эй, ты что, псих какой-то? Извини, это просто... Извини. Это вовсе не одно. Пришейте Пейна!
мой! Боже мой! Вот! Держи подарочек! Отходим! Готовим на поражение! Чтобы пройти, мне был нужен код. За дверью были большие квартиры. Специальные, а не улучшенные планировки. Это психи! Помогите! Они хотят убрать меня! Спасибо, парень. Ты меня спас. Они забаррикадировали дверь снаружи. Ужасные времена настали. Диктатура уборщиков. Точно. А другой выход есть? Через крышу, как голубь. Тебе нужен код от 7-го этажа. Его Эд знает. Ну, Эд, дворник. Бедный Эд. Эти безумные уборщики портят ему все дело. It's late, goodbye. Эй! Полиция Нью-Йорка. Мне нужен код от двери 7-го этажа. Да, да, я его знаю. Сейчас. А, вот. 667. Сразу за числом зверя, понял? Понял, понял. Вот хорошо. Оставайся здесь. Ладно. In our headlights, barren bleak. Давай дальше.
От взрыва начался пожар, но языки пламени не могли сжечь мое прошлое. Наоборот, тени за спиной все росли и росли. Мне нужно было спуститься на улицу. Здесь прошла Мона, оставив за собой след из мертвых уборщиков. Эй, кто-нибудь, откройте дверь! Спасибо, я твой должник. Тут-то и пойдет веселье. Не бойся, я тоже служил в полиции, как и ты. Откройте Ладно, дверь, иди за мной. Чертовы! Здесь люди! Сукины дети заперли дверь. Ты пришел меня спасти? Что-то вроде того. Надо выбираться отсюда. Если потушишь пламя, то сможешь вылезти через окно на третьем этаже. Девушкам иногда приходится постоять за себя. Меня зовут Вайолет. Вайолет, милая, я твой мужчина. Держи карман шире, алкаш. Ты должен... Снова! Стоять! Я не расслышал. Вон там! Ха! Ублюдок! Нет! Лови! Здесь прошла Мона, оставив за собой след из мертвых уборщиков. Эй, кто-нибудь! Спасибо, я твой должник. Тут-то и пойдет веселье. Откройте дверь, ублюдки чертовы! Здесь... Сукины дети заперли дверь! Ты Ладно, пришел меня спасти? Иди за мной. Стоять! Газовый вентиль был в подсобке. Я выключил газ, и пожар на третьем этаже больше не помеха.
Гарри, делай свое дело. Вот он! Вы слышали Кауфмана? Убейте его! Штурмовали твою квартиру? Ты бы еще в яслях погром устроил. Что дальше будет? Набрал охапку стволов, одурел от компьютерных игр и устроил, понимаешь, тир на дому. Погибли невинные люди из-за тебя, Пейн. Служить и защищать не просто гребаный лозунг. Что вообще творится? Он имел в виду со мной. Забот у меня хватало. Уборщики на хвосте, да и Мона. Владимир Лем сказал, что за убийствами главарь бандитов Винсент Ганьити. Он в сговоре с кем-то еще. Может, с уборщиками. Не знаю. Что-то не сходится. Если так, я теперь у Ганьити в списке. Я чуть не соврал бравуре. Внутренне оправдывался, что хочу первым без помех изучить улики, но это была просто отговорка. Встреча с Моной меня проняла насквозь. Пора было это признать. Сделалось важнее, чем задание. Она меня искала, оставила номер. Опасно оставлять номер в участке. Отследи звонок. Он окажется из Гонконга. Уэндерсон. Я дам свой адрес. Только хвоста не приведи. Макс, что происходит? В смысле? Не делай глупостей. Мона жила в старом павильоне ужасов. Его построили по какому-то телесериалу 90-х и забыли сразу после окончания сериала.
Я чувствовал, что это ловушка. Я чувствовал себя виноватым. Боялся, что меня поймают. Одной двери не было замка. Я удивлялся, почему это место не кишило бродягами и бродячими псами. Что ж, ничего удивительного. Прошлое не отступает. И ты везде видишь его искаженное отражение, как в перемотанном назад кино. И ненавидишь тех, кто напоминает тебе о прошлом. Хотя это все только в твоей голове. Иногда аттракционы становятся бредовым отражением жизни. Если в такой ситуации можно сохранить чувство юмора, считай, тебе повезло. Но мне не везло уже давно. Или само место было не таким уж смешным. Павильон ужасов – это туннель страха. Один ужас за другим. И выбор один – пан либо пропал. Он заставляет тебя задуматься о свободе воли. Неужели все уже выбрано за нас? Джон Дирк. Да, это он. Это Джон Дирк. Добро пожаловать на следующий уровень. Я попал за декорации. Конец пути был все ближе и ближе. Когда я первый раз встретился с Моной, ее сестра-близнец была убита. Это, наверное, похоже на безумие. На шизофрению, наоборот, когда твое второе «я» внезапно замолкает. Мы оба потеряли своих близких. Дверь Моны была заперта. Я мог бы постучать, но у меня возникло параноидальное желание обследовать все вокруг. Как будто у меня был выбор. Бренди «Золотое касание» представляет сериал «Лорды и леди». Ты куда-то собрался, мой младший брат? Боже мой, Джек, в чем дело? Почему ты таишься здесь, в темноте? Ты что? Ты...